В Центре спортивной подготовки «Олимпиец» прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Соревнования проходили в течение 3 дней. Побороться за медали приехали 333 спортсмена из Краснодарского края, Республики Крым, Волгоградской, Тверской, Владимирской, Воронежской и Ростовской областей, Республика Адыгея, Татарстан, Карачаево-Черкесия. Я надеюсь, что данные соревнования послужат развитию легкой атлетики не только у нас в крае, в ваших регионах, но и в России. И на них в будущем мы увидим наших звезд, которые будут представлять нашу великую Родину на международных соревнованиях. С праздником вас, дорогие гости! Соревнования проводились среди юношей и девушек 2002, 2003, 2004, 2005 годов рождения. Спортсмены состязались в прыжках шестом, прыжках в высоту, толкании ядра, беге с препятствиями и беге на короткие дистанции. По итогам соревновательных дней 6 славянских спортсменов завоевали медали. Золото в прыжках шестом у Дмитрия Ткаченко с результатом 4,60, а также у Валерии Атаян в прыжках в высоту с результатом 1,95 м. Серебряные медали у Михаила Бурбыки в прыжках шестом и Даниила Виноградова в толкании ядра. Бронзовые награды у Сергея Турчанова в прыжке шестом и Николая Горкуши в прыжке в высоту. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».